Сейчас в этом автопарке около 30 единиц спецтехники. Асфальт, укладчики, грейдеры, катки. А в скором времени, благодаря программе «Льготный лизинг», стоянка пополнится еще двумя новыми машинами. Хорошие условия, первоначального взноса нету. И процент низкий. Ну, это в помощь нам, в счет наших страданий в Татфонбанке. Харис Шайдулов, директор фирмы, которая занимается содержанием дорог в поселке Юдино и Залесто. И в банке остались более 2 миллиона рублей. Думали, работа встанет. Нет, помог лизинг. Льготный. Заявку одобрили на 6 миллионов рублей. А эта техника уже не уборочная, а строительная. Фирма Руслана Юсупова сдает ее в аренду. Сегодня он также в числе получателей льготного лизинга. Дадут 4,5 миллиона рублей. Мы нашли как бы выход из этой ситуации, да, который нам поможет восполнить те убытки, которые мы понесли, да, в результате краха Татфонбанка. Анонсировали программу лишь неделю назад. На сегодня поступило 114 обращений за льготным лизингом. 7 заявок уже одобрили. Процедура рассмотрения документов быстрая. Мы хотим охватить всех пострадавших предпринимателей. Вот, в случае полного освоения будем выступать с инициативой о дополнительном финансировании программ. Сейчас общий бюджет программы 580 миллионов рублей. При необходимости увеличат. Александр Севастьянов, Марат Сайдгараев, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.